Под отблеск новых огней зажгутся новые звезды. Ангарчан приглашают принять участие в отборочном туре всероссийского вокального конкурса «Новые огни». Заявить о себе перед авторитетным жюри может каждый желающий, начиная с 3 лет. «Новые огни» – это конкурс для профессионалов и любителей, для солистов, дуэтов, ансамблей, для тех, кто виртуозно поет арии, читает рэп, любит рок или джаз. Специализируется в народном вокале, а самое главное, чтобы участник жил музыкой и хотел заявить о себе. Мы приглашаем всех вокалистов и ансамблей Иркутской области принять участие в этом масштабном проекте. Победители регионального отборочного тура будут приглашены в город Анапа на финал, который состоится 14-17 августа. И именно там компания «Новые огни» разыграет 2 главных приза. Это 2 гран-при по 250 тысяч рублей. Отборочный тур в Ангарске состоится во Дворце культуры «Энергетик» 24 июня при информационной поддержке телекомпании «Актис». Подать заявку на участие можно на электронную почту. Адрес вы видите на своих экранах. Вся информация также есть в официальной группе конкурса «Новые огни» ВКонтакте.